В Смольном вручили почетный знак «За милосердие» среди награжденных и представителей Приморского района. Этот знак может получить не каждый. Вручает его по профессиональному признаку. Номинант должен помогать бездомным и малоимущим, пропагандировать здоровый образ жизни или работать с трудными детьми, то есть проявлять себя в социальной сфере. Я не знаю, есть ли в России нечто подобное, но у нас это сложилось. Это удивительные люди. Каждый из вас здесь сидящих, те, кто 313 человек был уже награжден. В этом году власти отметили заслуги 39 петербуржцев. Среди них есть и жители Приморского района. Нина Коротченко – врач с 40-летним стажем, работает в доме ребенка номер 9. Я же работаю в таком учреждении, дом ребенка, где осиротевшие, брошенные без попечительства дети, родители. Поэтому, конечно, уделяется большое внимание этим детям, их развитию, воспитанию. За милосердие жители города награждают с 2004 года. На сегодня этот почетный знак уже получили 313 петербуржцев.